В Ореховозырском районе завершается программа этого года по предоставлению нового жилья жителям аварийного и ветхого фонда. Глава района Борис Егоров проверил строящиеся объекты в Ликино-Дулеве и Верье. Дом под отопление, водоснабжение есть, электричество по постоянной схеме подключено. Ну, в общем, он готов в части энергоносителей. Как говорят рабочие, самое сложное позади. Осталось только доделать ремонт в квартирах. После этого трехэтажный дом в Ликино-Дулеве будет полностью заселен. До этого под переселение была сдана только половина. Сейчас завершается ремонт в квартирах. Всего их 24, предназначенных для переселения из ветхого и аварийного жилья. Возможно, уже на этой неделе дом будет сдан в эксплуатацию. Также в доме проведено телевидение и интернет. Хорошие темпы показывают и строители в Верье. Строительство дома завершено, осталось лишь немного поработать по благоустройству придомовой территории, закончить тротуарную дорожку и установить уличное освещение. Убедился в том, что готовность здесь фактически уже 100%, поэтому в пятницу здесь пускает тепло, и в пятницу же он заявляется на ввод в эксплуатацию. Здесь был представитель уже министерства, я думаю, тоже в течение недели мы получим здесь акт на ввод, где можно уже дальше уже выходить на кадастровый учет и регистрацию. А вот в Ликино-Дулеве на улице 1 мая темп работ куда ниже. В частности, еще не произведено благоустройство. В дом не пущено отопление. В квартирах пока только черновая отделка. Глава района Борис Егоров получил представителю строительной компании ускорить темп выполнения работ, так как правительство Московской области ставит жесткие рамки. Все должно быть сделано до 1 декабря, а в новые квартиры переселенцы должны заселиться до конца этого года.